мы сегодня с вами будем собирать машину. Хорошо? Вот машина будет у нас с вами вот такая красивая. Первыми на борт кванториума на колесах поднялись воспитанники детского сада номер 440. Это дети с нарушениями зрения и речи. Педагоги подготовили для малышей развивающие мастер-классы в игровой форме. К счастью, родители уже знают о том, что не нужно учить детей читать, писать и все прочее до школы. Вот не надо в это сильно там погружаться. Детей нужно учить играть. Они учатся через игру. Они развивают свои эмоции, мышление. Когда они играют, когда они программируют, когда они понимают принципы последовательности своих движений, когда они чувствуют, что именно они запускают эту машинку, то это то, что они понимают и чему учатся на практике. Для особенных детей нужны такие же конструкторы, поэтому педагоги разработали специальную программу. Мы подобрали вот этот конструктор УАРА, который вы сегодня видели. Его уникальность в том, что он, сама сборка происходит при помощи болтов и гаек, как вы видели. И благодаря этому модели очень прочные. И даже если у ребенка, например, нарушения опорно-двигательного аппарата, такие как ДЦП, когда у ребенка бывают движения очень резкие, как бы, да, и неконтролируемые, и модель из лего, например, всегда распадается. Вот, то эта модель остается все время сохранной. Яркие детали, несложная конструкция. В результате получается живая машина. Вот на эту красную кнопку нажимаешь, и она ездит. Чего бы еще хотелось в ближайшее время сделать? Я бы хотела скорую помощь сделать. Детский технопарк настолько уникален, что сделать можно не только машинку скорой, но и воплотить в жизнь самые смелые проекты. Теперь такая возможность появилась и у талантливых детей из глубинки. В областные центры отправляется мобильный кванториум. Гостить в каждом селе передвижной технопарк будет по 2 недели. А что касается самой команды кванториума и мобильного кванториума, таких педагогов будет около 10. Но ведь для нас с вами важно, чтобы они работали в каждом муниципалитете. Поэтому очень большая функция еще подготовка педагогов в муниципалитетах, передача этого опыта. И у нас очень большая программа поездок мобильного кванториума, чтобы в каждом муниципалитете были методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в техническом творчестве. Первый пункт назначения – Еманжелинск. Автокванториум отправится туда 7 сентября. Наталья Кудряшова, Владимир Категов, Урал-1.